трасса далеко, где-то мы в деревне. Завод. Люди работают везде, живут везде. Хочу сказать про то, что никто не стремится уехать жить в Варшаву, как у нас в Москву. Живут везде, в Польше. Потому что условия созданы для жизни, наверное, в любой точке Польши. Какая-то деревня далеко от трассы. Завод. Проселочные дороги асфальтированы. Ух ты. Домики строят везде. Да, и даже можно строить дома посреди поля. Вот, посреди поля дом. Похож, не? Да фиг его знает. Может и похож, может и нет. И у него был большой дом посреди поля. Да. Домик в деревне 2.